Анонс и точень-то выхода третьей серии нового турецкого сериала «Я тебя не отдам никому». Третья серия сериала выйдет в эфир 2 июля. Ранее мы увидели, как Мехмету на некоторое время показалось, что он спасен. Только на самом деле он стал пленником Зелиш. Зелиш намерена во что бы то ни стало сделать так, чтобы Мехмет возместил ущерб, который он нанес ее деревне. Каждым своим шагом Зелиш только усложняет жизнь Мехмету и не намерена просто так отступать. Тогда Мехмет начинает искать способ, чтобы сбежать и навсегда избавиться от Зелиш. Зелиш не понимает, если Мехмет действительно собирался вернуть долг, то зачем он тогда сбежал? Мехмет ответил Зелиш, что он забыл, кем является на самом деле. Но про человечность не забыл. Идрис говорит Мехмету, что готов ему помочь. Как только он отработает долг, то тогда уже сможет уехать. Мехмет при встрече с Зелиш держал в руках венок из ромашек и стал спрашивать, неужели она действительно подумала, что он так старался ради нее. Затем он одел его на голову Зелиш и попросил сохранить этот венок. Когда она будет смотреть на него, то будет вспоминать, что в этой жизни был человек, которому она смогла понравиться. Зелиш эти слова очень не понравились. Она сняла венок из ромашек со своей головы. Шакир сообщил Мехмету, что он оплатил весь долг, и это его очень порадовало. Мехмет говорит о том, что он принял решение и готов его озвучить. Третья серия сериала выйдет в эфир 2 июля. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.